Дамы и господа, товарищи, друзья, я опять вас приглашаю на странице в Фейсбуке авиационного эксперта Вадима Павловича Лукашевича посмотреть интересный пост недавний. Так, вот. Треки разведывательной авиации НАТО и ВВС Швеции в период 30 декабря 2021 года по 18 января 2022 года. В Фейсбуке на Вадима Лукашевича страница. На авиации разведывательные НАТО. Смотрю треки за российскими войсками. Она наблюдает. Украины. Границ вдоль. Я же знаю, что к пониманию пословицы, когда в хвосте начало, то в голове начало. Непреодолимые возведены природой. Для всех россиян засеки. Знаю потому, что России крахом неизбежно. Это закончится юдоль. Ну что поделаешь, чему бывать, тому не миновать. Того не миновать.